Это наш формат. Начиная с сегодняшнего дня, телекомпания «Держись» как информационный партнер проекта начинает знакомить вас с участниками фестиваля пародистов. Смотрите наш первый сюжет с кастинга. Это не минута славы, не «Алло, мы ищем таланты» и не «Фабрика звезд». Здесь не пытаются создать знаменитости, здесь их пародируют. На старте нового совместного проекта телекомпании «Держинск» и Держинского драматического театра «Пародист года» 6 участников. Самых смелых и уверенных в своих силах. Тех, кто оставил в стороне условности своего приемника. И, конечно, мечта – на несколько мгновений предстать перед публикой в образе кумира миллионов. Куравка где? Проработанностью костюма и макияжа, Алексей, как герой предыдущего сюжета Денис Круглов, а умением на сцену подражать вечно живого вождя мирового пролетариата Владимира Ульянова Ленина. Наш фараон вперед летит, кому не остановка, другого нет у нас пути, у нас в руках винтовка. Тихие враждебные пеют над нами, темные силы на хвост идут. Нас еще судьбы безвестные ждут. Ура, товарищи! Эволюция еще не закончена! Сам я режиссер, сам себе актер, сам музыкант, сам поэт. Это мы все и понимаем. Я исключаю всех вмешательств в мою систему, потому что я не люблю, когда мной просто маршируют. Вот и все. Владимир Ильич, нам пора. Брейфуешь ли? До новых встреч!